Сегодня днем акции биржи США находятся не под влиянием позитивных тенденций из-за слабых данных о прибыли, упадков здравоохранения и снижения нефтяных котировок. Завтрашний еженедельный отчет о занятости мог бы улучшить неутешительные показатели оплаты труда и придать уверенности рынкам. А пока доллар США растет. Евро по отношению к доллару ниже на 0,62%, текущий курс 1,1059 пунктов. Фунт стерлингов по отношению к доллару США на 0,09% ниже. Курс валют составляет 1,2232 пункта. Пара доллара и японская иена ниже на 0,11%. Текущее значение 103,533 пункта. В центре внимания соотношение новозеландского и американского доллара. Пара ограничена 20 и 50 скользящими средними. Краткосрочные позиции будут ниже линии сопротивления на уровне 0,712 пунктов со значениями 0,7 пунктов и 0,6955 пунктов. Драгоценные металлы имеют бычий характер торгов. Серебро превысило нисходящую линию тренда от 11 октября. Долгосрочные позиции будут выше линии поддержки на уровне 17 долларов 40 центов со значениями 18 долларов 20 центов и 18 долларов 46 центов. Стоимость золота составляет 1256,5 долларов за тройскую унцию. С вами была Евгения Мангуби, специально для Trading Central Web TV.